Банде Гуру Пададандам Бхакта Виндасаманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарнадаям Гопияно Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванча калпатару вешаки пасинди бевачу, патитананг павани бхавишна вибью наму нама, мукан кароти вачалан пангунлан хайтигирам, ядки патаманг ванди параманандамаду, бриндави тулсиде бхипияви кешвасача. Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо намах Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкетане Кришна катхо падеше Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти йогто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхайям Садапари Бхагнам Абиштадухам Титас Падам Сива Вирунчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусуте Чаруна Равиндам Ядпада паллавана качанда мани чатая Бисмури житагме пикаводу свадарш Пурнану рагра сасагра сара мурти Шаради камай кадан кипам кару Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Аджануламбита бхужо канука бодато санкетаной капитаро камала ятачо вишам баро дижа баро жугадхар мапало банде ягат приякаро каруна бодаро Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурир Вандито Дипарупам. Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга раманинья жата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно прияманамга мадапахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадани Лакшми Риджасва Чабакшаси Джасастиде Самбид Там Шингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Tavad Brahma Katha Mukti Pada Bhi Tavad Natikti Bhavi Tavad Chapi Vishinkala Tamayatena Loko Veda Sthiti Tavad Chastra Vidamitaha Kalakalo Nana Bahirvatmasu Si Chaitanya Padambuja Priyajana Javadna Dikkacharaha Tavad Brahma Katha Mukti Pada Bhi Tavad Natikti Bhavi Tavad Chapi Vishinkala Tamayatena Loko Veda Sthiti Tavat sastra vidam mitaha kalakalo nana bahirvatmasu si chaitanya padam buja priyajana javatana diggachara. Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы должны поддерживать течение Бхактивинодары в нашей жизни всегда в течение вечности. Мы должны всегда поддерживать течение учения Шилы Бхактивинода Такура внутри нашего сердца. Иначе мы не сможем понять, что такое бхакти, что такое не бхакти. Под именем бхакти мы можем делать что-то иное. Я слышал от Гуру Варги, что чтобы понять, что такое бхакти, это занимает жизнь за жизнью. Или если мы достаточно удачливы, то и в этой жизни можем понять, но это не так просто. Под именем бхакти так много вещей происходит вокруг нас, и мы не можем осознать, переварить, что такое настоящая бхакти. От имени Вишнавараджа Сабхи мы должны помнить очень нечто важное, поскольку Рупа Госвами Пад, он дал нам прекрасный урок в этой шлоке. Рупа Госвами Пад, он главный, он глава нашего Гаудия Бхаджана. Мы все хотим стать пылинкой на лотосных стопах Рупа Госвами. Сваруп Госай, ему Махапрабху дал ему такую обязанность он дал ему ответственность за все Гауди Вайшнавское общество, но не каждый понимает это. Сам Шри Чайтанья Махапрабху дал ему такое положение. Вся ответственность легла на него, на Сваруп Госая, за все Гауди Вайшнавское общество, и после этого вот Сваруп Госай, Рупа Госвами Пад, перенял этот пост, это очень важно. Под именем бхакти мы совершаем много разных вещей, но не понимаем, что такое бхакти, что такое нет. Это очень тонкое суждение там. Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур говорит, мы все носим тилаки малы, повторяем Харинам на отчетках, совершаем Экадаши, Рамнавами и все остальные праздники, мы пытаемся совершать киртан, мы приняли прибежище у лотосных стоп какого-то гуру, но до сегодняшнего дня мы не понимаем, что такое бхакти, это главное. Мы не можем понять, что такое настоящая бхакти. Что такое настоящая бхакти, чтобы понять это может занять долгое время, но если вы достаточно удачливы, то за короткое время поймете, что такое бхакти. И вот думать, искать полное удовлетворение Верховного Господа, Нанданандана Шри Кришны, согласно Гаудия Бхаджану, это наша наивысшая цель.
И это зовется бхакти, так или иначе, думать о удовлетворении, о радости Верховного Господа, а не о себе. То есть мы должны делать то, что Господь хочет. Мы должны понять, что хотят сделать гуру и вайшнавы. Мы должны всегда думать, что мы, если мы следуем нашему беспокойному уму, то есть большинство людей исследуют своему беспокойному уму, считают его за гуру. Но если я сделаю любое действие, будет ли это хорошо для гуру вайшнавов, потеряют ли они свое время из-за этого или какое-то благо обретут? Мы должны думать об этом всегда. Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура говорит, мы все носим тилаки, малы, соблюдаем вайшнавские праздники, совершаем дам парикраму, харинам принимаем прибежище у какого-то гуру, но не понимаем, что такое бхакти, что такое не бхакти, как мы избегаем апарадхи или набираем их наоборот из-за своей глупости. Мы не можем понять это, как избежать оскорблений. Много иностранцев вот во время Гуру Махараджа, они приезжали и спрашивали, мы живем в Дхамме. В данный момент слушаем Харикатху, смотрим на Виграху, принимаем просад, но могущества, силы не чувствуем, какова может быть проблема. И вот главная проблема, то, что мы не понимаем, что такое апарадха, как защитить бхакти, вот этого мы не понимаем. Всегда и везде. И всегда вот поток бхакти, поток милости, он снисходит на нас. Мы омываемся в Ганге, принимаем Махапрасад, слушаем Харикатху, соблюдаем враты, такие как Экадаши и прочие, повторяем Харинам, но почему мы не обретаем силы? И мы должны обнаружить недостаток. По какой причине этого не происходит? Поскольку мы совершаем баджан, но через какой-то недостаток, через какое-то оскорбление, наша сила, могущество, оно все утекает. Это зовется ачаронам. Почему гуру вайшнава не очень строги? Почему? Потому что они всегда пытаются поддерживать свой этикет ачарун. Они не позволят вам сделать ничего, что против бхакти, может, вы хотите это сделать, но Махапрабху и Прабхупад, они не позволят вам это сделать. И мы должны понять, что мы должны делать, а что не должны. И вот вначале всего мы должны понять, что так, в чем проблема, из-за которой мы теряем свой баджан. Это называется ачароном. В тот день я говорил, вот мне спрашивали, что более важно, ачарон или причинг. Я скажу, ачарон более важен, поскольку перед саду с идеальным характером, который полностью утвердился в ачароне, никакой слабак не может предстать перед ним, особенно те, кто совершает оскорбления, они чувствуют какие-то проблемы. И если на каком-то собрании есть такой саду с идеальным характером, то другие такие плохие люди, они будут просто бояться все время. И вот саду, такой саду с идеальным характером, он очень могуществен, может, он с нами спорить даже не будет. Но все же его присутствие, оно очень
могущественно, очень важно. И любой такой саду с идеальным характером, когда он просто находится где-то или идет куда-то, то вся ситуация, она меняется, она потрясается буквально. И такой саду, он очень могуществен. И просто под его влиянием все меняется. И мы должны помнить, что почему гуру и вайшнавы, почему мы, когда гуру и вайшнавы, они отвечают на наши вопросы, это задевает наше сердце, хотя мы можем получать много писем от других людей, но они не задевают наше сердце. Почему слова гуру вайшнавов, они буквально растапливают наше сердце? Потому что они утвердились в ачароне, который может растопить наше сердце. И Шрила Прабхупада много раз также говорил, что мы можем поверить только чистым гуру вайшнавам и никому иному. На 100% они не обманут нас. Мы уверены в этом. Но если вы спросите меня, можем ли мы поверить полубогам, нет. Не может быть такого. Если вы поверите каким-то полубогам, то если этот полубог не будет заинтересован в вас как-то, он вас просто выгонит, будет избежать. И вот весь мир, он занят какими-то корыстными интересами. Они всегда стремятся к каким-то своим корыстным интересам. Думают, что если у них будут какие-то отношения или дружба с каким-то саду, то какое благо они получат. И вот они думают таким образом, но они не понимают, что Верховный Господь, Верховный Господь в сердце саду, он находится очень так спокойно. И все, что происходит, все происходит по воле Верховного Господа, и все это в гармонии, но обусловленные души, что они хотят, что желают, и все они делают из-за влияния своего беспокойного ума. Это вообще не бхакти. Исполнять указания чистых гуру и вайшнавов – это единственный путь, через который мы можем, благодаря которому мы можем совершать баджан все 24 часа в сутки. Поток милости, он снисходит на нас. Мы слышали, вот мы поем вот этот киртан, в котором описывается, что даршан вайшнава очищает сразу, а даршан ганги постепенно. И вот дама крипа, нама крипа, махапрасад, и милость во всех других формах, она снисходит на нас. Но как же удержать? И вот и поэтому я советую вам, чтобы вы стали постоянным участником Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Сегодня наша главная тема в том, что Шрила Прабхупад и его уникальный характер, уникальный идеализм, и почему Шрила Прабхупад, он Раджпатра, предводитель, буквально царь Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Джива Госвами Пад был там. Он был ответственен за это, но сейчас все один за одним, они все ушли, куда ушли, они смотрят на нас, они всегда смотрят на нас, есть у нас склонность к обману, или мы искренне, и если какое-то лицемерие, оно принесет нам одни проблемы, мы должны быть искренни, без капли лицемерия, и мы, Гауди Бхакты, и вот я говорю о стандарте, и вот все гаудии, они всегда, у них должно быть, они должны хотеть стать пылинками на лотосных стопах Рупы Госвами. Джива Госвами Пад, он был ответственен за исполнение желаний Рупы и Санатана, и Джива Госвами Пад, он
контролировал все это. А контроль возможен только тогда, когда у нас есть бхакти. Бхакти – это шакти, это сила. Почему? Амбариш Махарадж, Притху Махарадж, Прахлад Махарадж, Дува Махарадж, Юдхиштир Махарадж. Почему? Они смогли контролировать весь мир, и успешно причем, и их все слушали. Хотя на нас посмотреть, у нас даже наша семья не слушается. Какова причина? Никакого общества. Но если кто-то ачарья какого-то общества, то это общество тоже не слушает его. И какова причина? И поэтому я говорил, что ачарон очень могуществен. Шрила Прабхупад, когда перед всеми сахаджиями кричал, говорил громко, подобно льву, он сказал, что я единственный ученик этого Парамахамса, Парамахамса-гуру, перед всеми этими полицейскими и прочими, кто пришел. Шрила Прабхупад говорил громко, подобно льву. Он сказал, что я единственный ученик этого Парамахамса Гуру. Если вы думаете, что Шрила Прабхупад гордится, что вайшнавы должны как-то посмирение быть, но смотрите, многие привыкли к ложному почтению, ложной сиддханте, а когда Шрила Прабхупад говорит таким образом, то все это совершенно. А когда мы говорим ложно, Шрила Прабхупад говорит об абсолютной истине. И действительно так. Шрила Прабхупад, он единственный ученик Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи Махараджа. Почему? Потому что because only Prabhupada was totally established in Шрила, только Шрила Прабхупад он утвердился в Сиддханте, в Бхакти Сиддханте. Если из Бхакти Сиддханта Сарасвати Шрила Прабхупада, и вот Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад из этого, из его Вани Сварупы, если мы хотим забрать Сиддханту, если мы хотим отделить Шрилу Прабхупаду, то тогда это глупо, поскольку Бхакти Сиддханта – это сварупа Бхакти Сиддханта Сарасвати, его полная сварупа – это Бхакти Сиддханта. Я всегда говорил, что не пытайтесь обнаружить, что ваш Гурудев черный там или белый, или длинный, или короткий, то есть какие-то материальные эти материальные представления о Гурудеве должны быть отброшены. Кто такой Гурудев, кто такой Вайшнав? Если мы поймем, то все проблемы, они уйдут. Проблема главное то, что мы не понимаем, каково его настроение. И поэтому это хорошо, если мы будем находиться на безопасном расстоянии от гуру и вайшнавов. Те могущественные гуру и вайшнавы, мы должны поддерживать безопасное расстояние, поскольку если мы слишком близко подойдем к нему, то это опасно, мы можем не понять их поведение, их характера и совершить какое-то оскорбление. Мы должны контролировать наш ум и тело у Падишамрита. Когда я буду говорить о ней, я не знаю времени. Жизнь проходит, времени мало. Вот очень важные стихи нужно обсудить. Иногда можно видеть, какие-то люди приходят к вайшнавам и только говорят и говорят. Но это глупо. Мы должны слушать от вайшнавов, а не говорить им. Кто-то может купить Бхагаватам, но Сиддханту, где он получит? И даже если он купит Бхагаватам, то опять же Сиддханту, где он возьмет? Мы должны зависеть от этих пчел, чтобы обрести мед, а если сами
будем пытаться с помощью какой-то науки извлечь мед из цветов, то, что бы мы ни делали, толку не будет, ни капли меда мы не соберем. Мы должны зависеть от медовых пчел, поскольку это их обязанность собирать мед. Это не наше дело. И даже если мы будем пытаться как-то делать, то ничего не сможем. Хотя можно видеть, кто-то слушает Бхагаватам во Вриндаване, но что они понимают, какую силу они обретают от тех лекторов, которые читают Бхагаватам. Не все понимают, что такое харикатха. Я чувствую беспокойство, если люди мне гирлянду предлагают. Я сидя на вьясасане, я обычно говорю, чтобы они слушали харикатху. Если вы тратите мое время зря, то я чувствую беспокойство, если кто-то мало мне предлагает. Ну, обычай такой есть, но я не люблю это. Чем больше вы почтение выражаете мне, тем больше вы будете обмануты мной. Мы должны быть смиренны, молчаливы, следовать харикатхе, пытаться утвердиться в баджане, наши органы чувств и все прочее, занять в служении перед Гуру Вайшнавами. Мы должны быть молчаливы, пускай они говорят, кто знает, и вся их одно слово может изменить и всю нашу жизнь. А мы должны слушать, что Гуру Вайшнавы говорят нам. Это наша обязанность. Вы можете вспомнить случай с Нарадой. Когда Нарада в своей деревне увидел, что много саду пришло, он был очень доволен, что у него есть возможность слушать харикатху и киртан. Это единственный признак. Если у вас есть вкус к харикатхе и харикиртану, это единственный признак. Если у вас есть вкус к харикатхе и киртану, и согласно Сиддханте Махапрабху, вы получаете зеленый свет на вашем пути, и будьте уверены, сегодня или завтра вы достигнете вашей цели. И вот как и non-stop, you know, habit to hear. У нас должна быть привычка слушать харикатху непрерывно. Иногда Гурудева нет рядом со мной, но кто сказал? Я всегда вижу, что Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он говорит харикатху, Шрила Кешава Госвами Махарадж ругает меня иногда, и вот кто-то, и кем же я, кто же ведет меня? Меня ведет Гуру Варга. Все время я вижу, что они стоят с палкой рядом со мной, и если я сделаю какую-то ошибку, они накажут меня. If I go to make some mistake, then I feel afraid. И вот если я совершу, и поэтому я боюсь совершить какую-либо ошибку, я всегда пытаюсь находиться под руководством Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура. И нечто важное, Нарада был очень заинтересован слушать харикатху, и все время он Он сидел и слушал спокойно, а не так, как какие-то беспокойные люди приходят и сидят, вертятся, что-то там делают непонятное. И через служение мы должны обрести милость. Не через лекции. Бхакти значит действие. Бхакти значит действие. Бхакти is not acting. Бхакти is action. So
Бхакти – это не имитация, а именно действие. Нарада Махараджа, вот, в детстве он ничего не говорил, а слушал от тех саду. Он сидел перед этими саду со смирением, и они совершали киртан, совершали харикатху. И он слушал, а мы очень глупы, что, услышав так много сиддханты, мы не можем принять ее и переварить. Наши действия могут доказать, что мы не можем переварить никакой сиддханты, и как тогда мы сможем утвердиться в бхаджане? Мы должны быть очень осторожны. Если мы любим гуру и вайшнавов, то наша первая обязанность будет поместить себя в такое положение, чтобы они, гуру вайшнава, не беспокоились нами. Мы должны думать, что мы, чтобы мы не тратили их время. И вот одна матаджи с Америки, она написала мне, что она никогда не хотела написать никакие письма мне, поскольку не хотела, чтобы я тратил свое время на чтение и ответы на ее письма. Но я был очень доволен, прочтя ее письмо, и она поняла настроение гуру вайшнавов. Я вот написал ей ответ. И она поняла, то есть она поняла, что нужно позволить вайшнавам, то есть нехорошо забирать ценное время вайшнавов, чтобы на какие-то письма или еще что-то, а гуру вайшнава, они день и ночь они заняты в служении, и если я буду беспокоить их, то это оскорбительно. If I am going to disturb them all the time, they are busy in always Vani Seva. Гуру вайшнава, они всегда заняты в Вани Севе, в другом служении. Если мы будем беспокоить их, то это оскорбительно. И вот автоматически мы можем получить милость, если мы будем иметь идеальный характер. Это очень важно. И вот, смотрите, Нарада, он был очень умен, он был очень тих, и он слушал то, что говорят саду. Одно их слово может изменить всю нашу жизнь. И вот Махарадж, но Махарадж предпочитает есть что-то, что не занимает много времени, чтобы не тратить время на поедание того и сего, а что-то, что можно было быстро и просто съесть, и не тратить много времени на еду и прочее. Жизнь очень коротка, если тратить свое время на такие неважные вещи, то что делать? И вот есть предостережение, которого дал нам Шрила Рупа Госвами Пад. Джива Госвами Пад, он хотел воплотить это, а Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, кроме них, наши Гурварга Кешава Госвами Махарадж, они тоже хотели, но кто слушает их, кто примет, это главный вопрос. Если мы хотим стать участником Виша Вайшнава Раджа Сабхи, то тогда просьба к вам. Вы должны быть очень осторожны, чтобы утвердиться в Бхактинандаре, поскольку Бхактинандара – это значит Рупа Госвами Пад и их Рупа Рагунатх. Мы всегда должны, если мы хотим стать участником Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, мы должны быть очень осторожны, а без этого мы не можем выжить в нашем бхаджане. Мы должны стать участником, и вся Вишва Вайшнава Раджа Сабхана следует Рупе Госвами Паду под руководством Джива Госвами после того, как тот ушел. И вот есть различные виды бхакти.
Все преданные с различных, они совершают служение, различные служения для удовлетворения Верховного Господа, но это должно быть чисто, не должно быть никаких посторонних желаний в нашем сердце, и если какие-то надежды, какие-то желания посторонние, то тогда мы не сможем обрести чистое бхакти. Гьяна и карма. Наше бхакти не должно быть осквернено. Это гьяна и карма. Гьяна, если это благоприятно для бхакти, для преданности, то это гьяна, она пойдет. Карма. Внешне что-то может быть как карма, но бхакти... Бхакти – это не карма, это не материальная карма. Это бхакти, это одобряется. И вот они... И поэтому Рупа Госвами Пад не сказал, не использует это слово. Анибхилашита не гьяна карма шуньям, а вот, вот так он говорит, как в этой шлоке. Тут гьяна кармади шуньям он не говорит, а говорит вот так. Гьяна кармади анавритам он говорит. Эти черные тучи гьяны и кармы, они могут покрыть наше сознание, и это запрещено. И, а как мы можем осознать, если мы достаточно удачливы, очень и очень удачливы, тогда Верховный Господь, Он пошлет чистого Гуру Вайшнава к нам, и мы, или мы сможем прийти к нему. Это не значит, что если у нас есть деньги, или мы родились в какой-то богатой, знаменитой семье, то но это не поможет, только наше смирение, подлинность нашего сердца, смирение, все. Наша преданность лотосным стопам Нитянанды, она поможет встретиться с чистыми гуру и вайшнавами. Но опять же, можно встретиться, но понять или не понять еще можем, поскольку гуру и вайшнавы, они могут обмануть нас. Если они увидят какое-то лицемерие, то они могут обмануть нас. Мы можем не всегда понять, но они так могут таким образом обмануть нас. Но если мы хотим обрести бхакти, и тогда мы должны следовать им очень осторожно, Бандуму и Саводхана Мате. Почему Нарутам Такур говорит, Бандуму и Саводхана Мате, очень осторожно мы должны служить лотосным стопам Гуру Вайшнава, поскольку служение Гуру Вайшнавам, она может дать нам великий успех, и также в ад мы можем попасть очень быстро, без промедления. Мы должны быть очень осторожны, это зависит вот от таких факторов. Почему Шрила Прабхупад говорит, что он единственный ученик этого Махаджана, великой души? Хотя внешне можно найти Гур Кишурдас Бабаджи Махарадж не образован, но мы так много милости получаем от Шрилы Гуру Кишурдас Бабаджи Махараджа. Парамахамса, те, кто парамахамса, они обычно молчат, ничего не говорят, только смеются иногда. Но Гуру Кишурдас Бабаджи Махарадж, он говорил что-то, что Гуру Кишурдас Бабаджи Махарадж говорил всегда. Это сиддханта, любые слова, сказанные Шрила Гуру Кишурдас Бабаджи Махараджем, это сиддханта. Кто-то думает, что он на санскрите не говорит еще на чем-то, но что толку? И Шрила Прабхупад, он утвердился полностью утвердился в ачароне Шрилы Гуру Кишурдас Бабаджи Махараджа. Шрила Прабхупад много раз говорил, мой Гурупад Падма, Шрила Гуру Кишурдас Бабаджи Махарадж иногда давал так, вот,
Он говорит, что я, чтобы я утвердился в баджане любой ценой, и даже если каких-то лицемеров нужно будет обмануть для этого, то это можно. И вот он говорил, не позволяй никому понять, что ты совершаешь настоящий баджан, пускай они занимаются чем хотят, что делать. Они не слушают меня, если буду давать какие-то наставления, они просто выгонят меня. И вот и поэтому я хочу жить такой сумасшедшей жизнью, чтобы люди думали, что сумасшедшие, избегали меня, чтобы у меня было больше времени для баджана. Как я могу людям уделять так много внимания? Это невозможно для меня. Тогда я не смогу совершать служение, и таким образом я получаюсь вне этого лок-вивахара. Мадхи мандир, они для проповеди, и я тоже в Шри Чайтанья Мадхи. Если вы не слепы, то вы увидите, я тоже в Шри Чайтанья Мадхи. Если вы из Шри Чайтанья Мадхи взять всю сиддханту, весь этикет, весь идеализм, то там останется только песок, кирпичи и цемент. То есть ничего не останется. И вот. И поэтому много раз я говорил, что мы не заинтересованы в том, чтобы строить какие-то храмы. Мы хотим сделать живой такой мобильный Гаудимат. Если перед моей смертью я могу построить таких несколько живых Гаудиматхов, мобильных Гаудиматхов, то я буду очень счастлив. Это моя цель, что перед сокровенное такое, но открытый секрет, чтобы сделать нескольких таких живых Гаудиматхов, хотя бы одного даже, чтобы это и то хорошо. Я хочу сделать их так настолько могущественными, чтобы они могли показать свет от имени Вишвайшнава Ража Сабхи. Мы ожидаем такой бесконечный свет. Я знаю, что демоны, они всегда пытаются выключить свет и во тьму хотят как-то погрузить все, поскольку во тьме они чувствуют себя удобно, но всякие эти демоны, они любят тьму. Но Вишвайшнава Ража Сабха и от имени Вишвайшнава Ража Сабхи Джива Госвамипад, Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупад, их обязанность показывать свет бесконечное число времени, всегда, вечно. Кто-то может сказать, что сейчас чистый Гуру Вайшнавов нет, все пропали, но это глупо. И такие высказывания глупы, и таких людей надо выгнать из нашего общества, если у них нет такой веры, что Джаганатх, он Джаганатх. Джаганат, если я скажу, что Джаганат бесполезен, у него нет рук, ног, ничего. Но многие думают так, поскольку они майявади. Вы думаете, Джаганат не может послать какого-то настоящего саду в этот мир? Думаете ли вы так, что Джаганат не может послать подлинного саду в этот мир, что Джаганат настолько слаб, что не может даже одного саду послать в этот мир? Нет, не может этого случиться, что нету никакого саду в этом мире. Как это возможно? Если нету никакого саду в этом мире, то тогда
все разрушится, а все поддерживается только благодаря чистым саду. И поэтому наша нестабильная жизнь, она так или она стабильная, поскольку благодаря саду, который есть в этом мире, почему вы стремитесь к наслаждению, вы очень глупы. Это склонность к наслаждению, она погубит вас, вы не понимаете этого. Я могу вспомнить такую историю, когда в Силигури я говорил, на Бенгали и на хинди, несколько раз Махарадж говорил на эту тему. И вот пришла какая-то Марвари Матаджи с касты Марвари. И вот выражала почтение всячески. Я подумал, почему так? Если мне слишком много почтения выражают, я сомневаюсь. И вот думал, в чем же дело, и ждал. И действительно. И вот Махарадж куда-то шел на Харикатху во время Картик Враты. И вот это Марвари Матаджи, они эти торговцы, так много говорила мне, что вы этот Бхагават Прапта Санта, то есть все. Я никто в сравнении с моим Гурудевом, я не имею права говорить, что ученик Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж, что мой Парам Гурудев Шрила Прабхупад. Как я могу говорить, мой Гурудев, насколько высокие эти слова, сколько посвящений у меня есть, что я сделал для моего Гурупад Падмы, чтобы заявлять, что он мой Гурудев. И вот Матаджи тоже там увязалась, они на другой машине поехали. And after the car is going, she is requesting me, и потом она попросила меня, еще я хочу обрести Кришну в этой жизни, и я засмеялся. И вот я подумал, решил посмотреть, что дальше будет. И после этого, когда они сели в машину, жарко очень было. И это Матаджи сказала своему сыну, у него один сын был, он вел эту машину. Он сказал, чтобы этот кондиционер погромче включила, чтобы не так жарко было. И Махарадж засмеялся, что она хочет обрести Кришну в этой жизни, а не может потерпеть даже жару. И это вот наш Харибаджан. И хотите вы обмануть меня, думаете, что я глупец? И вот таким образом, если вы хотите то есть мы должны избавиться от этих, от склонностей к наслаждению. И тогда я подумаю, что я могу сделать для вас. Кто-то оставляет какие-то свои эти, как их права, какие-то эти, не права, эти, имущества, привилегии, какие-то эти варианты возврата назад. И вот однажды каких-то воров поймали. Имеется в виду, не поймали, вот на месте явления Шрилы Прабхупады, когда Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж хотел основать матх на месте явления Шрилы Прабхупады, они их просили, чтобы куда-то переехали, они их там хотели купить всю эту землю, и что там постройки какие-то были.
как-то упрашивали их переехать, но эти урийцы сказали, да, никогда такое не будет, чтобы мы отсюда переехали, что хотите, то делайте, а мы никакой ценой не переедем. И вот Мадав Махарадж их не смог уговорить, потом пришлось судиться с ними, и Мадав Госвами Махарадж выиграл это дело в суде, поскольку это желание Шрилы Прабхупады, чтобы этот храм был основан там, и у нас была возможность там быть. И вот после этого полиция пришла, поскольку этот судебный этот ордер пришел на, чтобы, на то, чтобы они освободили это место. И вот эти хулиганы пришли со сложными ладонями к Махараджу, что вот вы там обещали, что если мы уедем, вы нам купите нашу вот эту землю и постройки. А Махарадж сказал, принесите этому, как его... кладовщику, чтобы он принес зеленые бананы. И вот Мадав Махарадж раздал бананы. Но в бенгальской традиции зеленый банан значит, что человек ничего не получит. И вот он сказал, что тогда я вас просил уехать добровольно, продать свои эти здания и землю, а сейчас я 20 лет потратил на судебные тяжбы, и поэтому кроме зеленых бананов ничто не могу дать вам. Мы хотим обрести свет от Гуру и Вайшнавов, это их обязанность. И Шрила Прабхупад пообещал нам, что Шрила Бхактивинодара никогда не кончится, никогда не прервется. Мы получили гарантию от Шрилы Прабхупады, что Бхактивинодара будет продолжаться. Может, мы не выражаем почтение тому саду, но какое дело ему до этого? Он следует Бхактивинодаре. Шрила Прабхупада сказал, как в Палгуноде, в Гае, в этой реке снаружи воды нету, но если хотя бы сантиметров на 20 копнуть, то увидим, что под песком, под землей эта вода течет, но снаружи не видно. И поэтому сейчас Бхактивинодара она есть, но мы слепы, глупы и не можем видеть. И вот еще бывает, что люди считают себя вайшнавами, а других нет. И вот гордясь своим богатством или еще чем-то, эти люди гордятся и не могут понять, кто вайшнава, а кто нет. Никогда не случится так. Джаганнатх не слабак, он не сможет. И вот люди спрашивают, почему с храма Джаганнатха воруют много ценностей, и что, ну и что? Джаганнатх, он хочет одурачить нас, ну что, показывая, что из его храма можно все что угодно украсть. И Гуру Вайшнавы также, они действуют таким образом, чтобы мы думали, что они не понимают нашей слабости. Они понимают, но не говорят. Они знают все, что... Но. И поэтому Джаганнатх может видеть все. Много людей говорят, столько воруют с храма, что же Господь куда смотрит, но это глупо. Бхагаван, он одурачивает нас под, в форме божеств.
Божества ничего не говорят, но внешне ничего не делают, но дают нам возможность. Смотрите, это Мурти, это имеется в виду настоящий Мурти, которому поклоняется каждый день, или еще бывают какие-то пашанги, гунды, разбойники, которые захватывают храм, то такая виграха может уйти. Виграха — это не какая-то кукла на веревочках. Виграха может видеть все, но ничего не сказать. Также она может дать возможность совершать служение, и как хотим, так и делаем. И вот Гуру Вайшнавы также. Но опять же, это не значит, что их это виграхана, ее тело не трансцендентно, их тело виграхана трансцендентно, и Гуру Вайшнавы Бхагаваны также, они оставляют за собой право не быть открытыми вашим органам чувств от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Если вы какой-то храм поддерживаете должным образом, тогда вопросов нет. We have no objection. If your society, если ваше общество делает какую-то ересь, оскверняет все, не ведет себя должным образом, а в храм мы приходим, чтобы обрести милость. Если они обманут нас, то куда же мы можем идти? Кому верить? И Шрила Прабхупада поэтому сказал, что только мы можем поверить чистым Гуру и Вайшнавам. Полубоги, отец, мать, друзья, все могут обмануть нас, но чистый Гуру Вайшнавы никогда не обманут нас. Будьте уверены, они участники Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, они никогда не обманут вас. У них есть подлинная любовь в их сердце, они не имитируют ничего. Not a Mataji or Pitaji. As a Jivatma, they love you so much. Они любят вас очень сильно, как душу. Но не, и поэтому иногда они говорят что-то, что задевает ваше сердце. Почему? Поскольку это подлинно, их любовь подлинна. Они имеют подлинную любовь и не подлизываются к вам, чтобы получить какие-то пожертвования. Пытайтесь слушать харикатху и понять ее. Не, если вы сможете принять, переварить, осознать хотя бы одну харикатху, то я принесу поклон вам. Я не имитирую ничего, я действую по велению сердца. Люди далеко не все могут понять Сиддханту. Я не говорю, что все храмы должны быть закрыты. Я такого не говорю, поскольку я хочу стать участником Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Как я могу говорить таким образом? Я говорю, что если ваше какое-то общество захвачено какими-то хулиганами, то толку от этого. И вот нам Шрила Прабхупада хотел установить живой Гаудиматх, мобильный Гаудиматх в каждом сердце. Сердце каждого живого существа. Он хотел основать Гаудиматх, но мы настолько глупы, что не хотим получить такие преимущества. И поэтому долгое время мы совершаем баджан, но нету этого улучшения гурудев. Если наш гурудев не садгуру, then your
а точнее, если Гурудев Садгуру, то он, мантра, данная им, она могущественна, она прорастет. Единственное, нам искренность нужна, и тогда мы обретем вскоре силу от Гурудева. Много раз от имени Вишши Вайшнава Раджа Сабхи я был вынужден говорить это цитата с Чайтаньи Чайтамриты. И вот кто-то не знает никакой сиддханты, но как у бхакти делает, но не может быть такого. Если у нас есть бхакти, но мы не понимаем никакой сиддханты, как это может быть? Шрила Гауракиша Дас Бабаджи Махарадж не изучал вед веданты, но суть всех вед и веданты, оно... явилось все. В его сердце он мог говорить сиддханту, поскольку Гаурахари пребывал в его сердце. Я слышал, много людей приходили, чтобы обмануть меня, но они не могли обмануть меня. Гуру Вайшнавы и Бхагаван, они защищали меня. Я могу вспомнить один случай из Варанаси. Я был там несколько раз по какой-то причине. Не для того, чтобы изучать Майяваду, будьте уверены, по другой причине. К Вишванатху Кланица Махарадж ездил в этот университет. И там великий один пандит, согласно Гауди Сиддханте, нельзя сказать, чтобы он пандит, что он пандит, но он был очень сведущ в Веданте. Он лекции давал в этом в Бенарас Хинду университете. Вот на тему Веданты. Он осознал он Веданту или нет, это другой вопрос. Не уверен в этом, думаю, что нет. Внешнее знание какое-то у него было. И вот он однажды в обед пришел домой к себе, дом рядом был от университета, и жена приготовила чапати, сабжи, молоко, чтобы он поел и вернулся на работу в свой университет. И вот он начал есть и говорит, начал ругать, что такое, что ты тут сделала, ни соли нет, ничего нет. Глупая женщина, не могу есть эти чапати, сабжи, забирай. Жена попросила прощения, что делать, может, сегодня соли забыла положить, могу посолить тебе. И он сказал, что если соли добавлю, как вкус откуда появится, зачем просто солить, потом надо в процессе готовки. Поскольку овощи без соли, они невкусные. И жена, она не была, ну, она не была не образована, но немножко была образована, но сказала, что вы находите, вы говорите лекции по Веданте о вкусе к Брахме, и сейчас вы ищете вкус в овощах. Если бы вы обрели вкус к Брахме, то вкус к сабжи и прочей материальной жизни, вкус к овощам, вы бы не находили вкус в овощах более важным. И вот она такое замечание сделала ему. Если вы не встретитесь с чистыми Гуру Вайшнавами, и у вас если нет, не будет такой возможности увидеть лотосные стопы чистых Гуру Вайшнав, то до тех пор вы будете придавать значение овощам, кондиционерам,
холоду и жаре и прочим таким временным вещам. Но когда вам надоест все это материальное, а станет противным, вы не будете находить никакого вкуса в этой материальной жизни. О, Кришна, о, Господь, я хочу вернуться к Тебе, как наша Гурварга, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Они звали имена Верховного Господа с таким огромным чувством. И вот как Шрила Сиддхартха Махарадж, он взывал к именам Гуру Нитьянанды, как будто он тонул в океане, как будто это была его последняя надежда. И с таким огромным чувством он звал Нитай Гурангу, чтобы они спасли его. У вас есть такое чувство в вашем сердце? Вы говорите, не можете совершать баджан, но есть ли у вас такое чувство в вашем сердце? Молитесь ли вы также Нитянанде, Гуранге, Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру? Если у вас такое чувство, нет, вы не чувствуете этого, поскольку вы не получаете вкуса. И почему? Если ваш баджан, он нормальные, то ненормальные ситуации в вашу жизнь не придут. Если вы совершаете баджан силой, будьте осторожны, я буду об этом в дальнейшем говорить. Те, кто саньяси и брамачари, и преданные домохозяева, если они совершают подлинный баджан, они будут чувствовать какое-то удобство. Мы не должны никогда забывать об этом. Мы хотим стать участниками Вишвайшнава Раджа Сабхи. Не будьте ленивыми. Don't show indifferent attitudes about Siddhanta Vichar. It cannot so happen that you have bhakti. Не может быть такого, что у вас есть бхакти, но сиддханты вы не понимаете, как это возможно. Что если у вас есть бхакти, но вы не понимаете сиддханты такое, не может быть. Это автоматически. Может, вы на санскрите не можете говорить, но вы можете понять, что правильно, что нет. Куда нужно идти слушать Харикатху, а куда нет, почему вы спрашиваете меня, нет у вас развитой чувствительности? Вы должны осознать, что делать, а что не делать, куда идти, куда не идти. И вот это описывается в этой шлоке. И вот если вы разовьете такое чувство, такую силу, чтобы утвердиться в Харибаджане и Сиддханте, то тогда автоматически вы почувствуете влечение к Кришне, поскольку если вы знаете Сиддханту, то тогда автоматически вы почувствуете влечение к Гуру, Вайшнавам и Кришне. You can get attraction day by day. You can develop the taste of Harinam. За днем вы будете развивать вкус к Харинаму. Я знаю, вы слабы, но почему вы слабы? Почему вы не чувствуете, что вы находитесь на коленях Гуру Вайшнава? Почему вы не чувствуете? Поэтому вот как раз и чувствуете слабость. Они даруют вам силу всегда, но вы не можете принять эту силу. Какие-то у вас эти недостатки есть, какие-то подтеки. И когда Шрила Прабхупада хотел открыть храм в Калькутте, хотел принимать учеников, то и вот. Но это не значит, что Шрила Прабхупада хотел нарушить все наставления Горги Шрилы Прабхупады Махараджа. День за днем я буду объяснять, а вы будете удивлены, что применимо для нас, например, то для Шрилы Сиддхартхи Девгасвами Махараджа неприменимо и наоборот, соответственно.
Маявад вичар сунили хой шарбунас. Если мы слушаем майаваду какую-то, то мы попадем в проблемы, мы встретимся с проблемами, попадем в какие-то трудности. Бхактирасамрита Синдху говорится, что запрещено принимать много учеников. Но вот Бхактирасамрита Синдху и Хари Бхакти Виласи говорится, что нехорошо принимать слишком много учеников и также строить много храмов. И вот Джагадананда Пандит, он написал вот это в Прамавиварте такие слова, что слишком много усилий посвящать строительству храмов и мандиров или больших зданий, то толку нет от этого. Хотя Нарутам Такур, хотя в другой стороне написано, что Нарутам Такур принимал тысячи учеников, но нарушение ли это наставление Гурудева? Лаканат Госвами, он никогда не хотел принимать никаких учеников. Но он принял Нарутама, и если это не... И если это не повиновение наставлениям Гурудева, и вот по Гоштхапурну тоже, от Гоштхапурны Рамануджачарья получил очень могущественную мантру, и Гоштхапурна сказал, чтобы никому, ни в коем случае не рассказывал об этой мантре никому, и я вынужден дать тебе эту мантру, но предостерегаю, чтобы никому ты не давал эту мантру. Но Рамануджачарья вернулся, и в этот сразу же, там было 76 человек, он всем дал эту мантру. Это неповиновение Гурудеву, вроде бы. Гоштхапурна разгневался, сказал, чтобы я... Сказал, что ты, я дал тебе мантру с условием, что ты никому ее не будешь передавать, и ты отправишься в ад. Рамануджачарья засмеялся, поклонился, сказал: «О, Гурудев, если я попаду в ад, но если я помогу так многим душам избавиться от этого материального рабства, и ради этого я дал им эту мантру, поскольку эта мантра очень могущественна. Я вынужден был дать им эту мантру. Если они будут спасены, а я попаду в ад из-за этого, то я готов попасть в ад. В чем проблема? Я падшая душа, если попаду в ад, то могу, ну, по крайней мере, они от Майи избавятся и достигнут Вайкунтхи, это хорошо. Пытайтесь понять его настроение. Гоштхапурна понял то, что хотел донести до него Рамануджачарья, он был очень доволен. Он мантру эту другим дал не ради своего блага, а ради блага других. И Прахлад Махарадж также сказал: «О, Нарисимхадев, ты хочешь благословить меня, но что я буду делать с этим благословением? Если ты поможешь тем обусловленным душам, детям демонов, тогда я пойму, что ты любишь меня по-настоящему, о Господь. Если ты хочешь благословить меня, я уже получил твою милость через Нараду». И если ты хочешь дать мне благословение, то благослови всех этих обусловленных душ, и я буду очень счастлив. Гуру Вайшнава, они очень могущественны. Даже во сне мы не можем представить
глубину и широту их сердец. У них нет враждебности ни в чей адрес. Кто-то может думать, что какой-то саду наш враг, только потому, что он говорит Сиддханту. Много людей хотели убить Шрилу Прабхупаду много раз, и что случилось? Гуру Падпадма говорил название одной книги на бенгали, вот она так называется, Банги Самаджа Катха, как-то так. Гурудев говорил, что мы должны изучать эту книгу, а почему? Поскольку за всю жизнь Шрила Прабхупад никогда не шел на компромисс с чистой преданностью. Много раз Шрила Прабхупад был вынужден встречаться с какими-то политиками, поэтами, этими учеными, Рабиндранат Тагурами и прочими, но никогда Шрила Прабхупад не шел ни на какие компромиссы с ними, ни с Нетаджи Субхаш Чандрой, ни с Ваким Чандрой, ни с Тагуром, ни с кем. Есть много свидетельств этому. Любой человек приходил, который к Шриле Прабхупаде, он вынужден был склонить свою голову перед Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы, а их философия, она задевает только сердца обусловленных душ. Но кто-то говорил, эти политики говорят, мы такие же, как вы, не только эти политики очень хитрые, что хотят сделать какую-то платформу, на которой могут находиться со всеми и заниматься своей этой ерундой. Ну и поэтому провозглашаю, что мы все одинаковые, мы там такие, как вы, выбирайте нас. Они хотят доказать, что они более либеральны. Arey Maharaj, when India was, divided, когда Индия была разделена, то тогда наш этот Субхаш Бос, он не был столь материален, на процентов на 80, думаю, духовен он был, не на 100, но там на 80 хотя бы. Но не был таким лицемером, как другие политики. Он сказал, еще там мусульманин какой-то был, они хотели договориться о разделе Индии и населения. Но глупо, вот в итоге еще получилось. We should understand. So everybody like to prove that we are more. И вот каждый хочет показать, что они более либеральны, чем другие. But I can prove that you are a cheater, because you are not. Но я могу показать, что такие люди, они обманщики, они не говорят никакой сиданты, никакого очарона перед публикой. Они дурачат публику, и прославляются этим, но саду они никогда не позволят нам попасть в ад. Они хотят поймать нас, и если мы идем в неправильном направлении, остановить и отправить в правильном, и это милость Гуру и Вайшнавов. И поэтому Гокишурдас Бабаджи Махарадж сказал, чтобы мы не ходили в Кали Браманду, никаких учеников не принимали, не общались с кем попало. И Шрила Прабхупад говорит, что я никогда не хотел нарушать наставление моего Гуру Падмы Гокишурдас Бабаджи Махараджа. Я был очень осторожен насчет этого и никогда не был в Калькутте, а ездил в Гауди-миссию на Вайкунтху, чтобы говорить Харикатху. Все материалисты приходили ко мне, но я не общался с ними. То великое общение, то высокое общение, которое я получил в моей жизни от Шрилы Бабаджи Махараджа, Парамхамса Бабаджи Махараджа, у меня нет вкуса, я не чувствую никакой необходимости
общаться с кем-то еще. И поэтому в тот день я вынужден был сказать на собрании, хотя вот эта Пативрата, целомудренная жена, она всегда делает все для удовлетворения своего мужа. И вот внешне можно наблюдать, как, например, на какой-то симпозиум материалисты пригласили Шрилу Прабхупаду, но, точнее, Шрила Прабхупады были приглашены какие-то материалисты, но Шрила Прабхупада сказал, мы приглашаем их не для того, чтобы что-то слушать от них, а приглашаем их, чтобы дать им возможность слушать Харикатху и изменить свое сердце. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, что это великолепное качество вот этой целомудренной женщины, которая описывается в Бхагаватам. Он, Шрила Прабхупада, сказал, что может снизойти на любой уровень ради подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани. И вот Шрила Прабхупада сказал, что вы можете отправить меня на любой уровень, и чтобы проповедовать подлинное читание Вани, я могу опуститься на любой уровень. И такова Сиддханта, Бхактисиддханта Сарасвати. И вот внешне он в Каликуту ездил в Калибраманду, тысячу учеников принимал, строил здоровенные храмы, встречался с посторонними людьми, но что применимо для Шрилы Прабхупады, то далеко не всегда применимо к нам. Шрила Бхактивинода Тхакура, например, никаких храмов, мадхав и мандиров не строил. Какой-то маленький баджан-кутир построил, но смотрите, а Шрила Прабхупада, строя их, не значит, что он нарушал правила и предписания. То, что применимо к нам, для них это неприменимо. Прояс, что значит? Саравир бхакти бринасати, it is written. Матманди даланбари накура прояс. But what do you mean by prayas? I can explain next day. Что такое прояс? Я в следующий день объясню очень такое тонкое объяснение. Это одно слово, через которое мы можем понять, что такое Сиддханта, произнесенное Джагадананда Пандитом. В Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит перед Удавы. Ман мандир каре дирам. You can make a big temple, что ты можешь very строить nice temple. Великие храмы. No, very nice temple you can make. But you cannot understand. Но как это понять? Если обусловленная душа хочет построить храм ради своей славы и даже себя не может поддержать, хотя может действовать как ачарья и какой-то новый храм строить, но благотворительность дома должна начинаться, а не где-то еще. То есть сначала нужно порядок в одном храме навести, потом другие, и строить другие, не имея идеального одного, то толку от этого нету. Каково значение Гаудия Матха? Почему так много праздников в Гаудия Матхе все время для проповеди Шри Чайтанья Вани? И это не это в преданности, не вне, а в Шри Чайтанья Махапрабху, свои лилы, где бы он ни был. You can go through Chaitanya Bhagavata anywhere. Можно же читание Бхагавату, читание Чайтамриту изучить. И вот Махапрабху, куда бы он ни шел, читание Чайтамрити описывается. Везде он утверждал вайшнава сиддханту, не какую-то
Непонятно Сиддханта и именно Вайшнава Сиддханту. Никто не мог сравниться с Махапрабху. Махапрабху говорил идеальный Сиддханта. Везде, куда бы ни шел Махапрабху, Махапрабху всегда основывал, говорил о идеальной Сиддханте. Матхи, мандиры, если они основаны Шилой Прабхупадой и Бхактисиддханта Такуром или нашей Гуру Варгой, это не запрещено. Это для нас с вами запрещено. Мы не должны пытаться строить какие-то храмы. Поскольку если мы будем строить храмы, нужно будет пойти молиться материальным людям, чтобы они пожертвовали денег на то, на сё, на пятое, на десятое. И приходится идти побираться по богатым людям, хотя в Бхагаватам такие слова говорятся, что не нужно ходить и надеяться, что какие-то богатые люди помогут вам. Разве нет Джаганатха, который поможет вам? И система, основанная Шрилой Прабхупадой для сбора Мадхукари, если с нашей жизнью ее сравнивать, то это нехорошо. Шрила Прабхупада, он хотел Мадхукари систему сделать, через которую он пытался сделать так, чтобы эти те люди, которые дают пожертвования, обрели благо. Вот Джагатбанту Бхактиранджан, он был очень скуп. Ни копейки, никаким саду никогда в жизни не давал. Но Шрила Госвами Махарадж, он и наши Гуру Варга не смогли занять его в служении. Так или иначе, он вынужден был встретиться с Шрилой Прабхупадой и после этого изменил свою жизнь. А перед тем, как оставить тело, он отдал огромную сумму денег для постройки Гауди Миссии. Такой прекрасный храм построили. Это правильное применение вашим деньгам, богатству. Если вы будете собирать много денег и надеяться, что они помогут, но что толку? Даже какой-то вот коронавирус, и то от него многие защититься не могут, уносит друзей, знакомых, родственников, но и даже сейчас многие не понимают, что жизнь нестабильна, пытаются какой-то коммерцией заниматься. И вот Махапрабху хотел утвердить Сиддханту. Если вы хотите слишком много изучать искусств, пения, танцевания, и бенгали, хинди, английский, арийский и прочие языки, то времени в вашей жизни не будет. Жизнь очень коротка и мала. И много писаний изучать тоже не запрещается. Мы видели, что наш Гурудев Шрила Кешава Госвами Махарадж изучал Майавада Вичар. Хотя Махапрабху запретил, он сказал вот такие слова. Если мы Майаваду один раз услышим, то это опасно, хотя они следует этому Майаваду Вичару, поскольку он зачем это делает, чтобы найти недостатки и разрушить эту философию Майавады. Так много сиддханты мы слушаем. А если вы хотите занять меня в разрушении сиддханты Майавады, если вы слушаете их, то первый вопрос, зачем вы их слушаете? Сейчас вы уже пойманы, если слушаете Харикатху и также слушаете Майаваду, то
конечно, если он достаточно удачлив, а если вы достаточно удачливы, вот Махарадж книгу написал 12 лет назад, Нилачала Веданта Вакья, и там детально все более подробно, чем Чайтанья Чайтамрити, это все одобрено Шрилой Прабхупадой. Я опубликовал это 12 лет назад, и на хинди тоже было переведено, не на английский, я вот переведу, но не знаю, какой язык этот Майвади понимает, времени у меня нету с ним спорить. Если Господь будет доволен, то позволит вам слушать Вайшнава Сиддханту вот на эту тему Майявады. И вот в один из дней я буду говорить о Майявади, как опровергнуть ее сейчас. Другая тема у нас. И вот в этой книге Нилачала Веданта Вакья, там это беседа Махапрабху с этим Саргома Бхатачари. И вот Махарадж дал 200 книг в Мадхавама Госвами Махараджу в Харидваре, но не знаю, там их распространили или нет. Там занимаются немного другими вещами. Но we are busy with what we can cook today, what prasadam, how to sleep, how much pranami I can. This is their calculation. Vishwa Vaishnava Prasava. We are going to destroy the dream of Rupa Sanatan. We want to destroy the dream of Rupa Sanatan. We want to destroy the dream of Rupa Sanatan and Chaitanya Mahaprabhu. That is a big acharya. И вот есть какие-то ачарьи, которые хотят уничтожить наследие Рупы Рагунатхи, но таким людям I cannot give you Shraddha, I cannot create Shraddha inside you, but I can create disbelief inside you. Don't go to Goryamar. Don't go here. И вот есть какие-то организации, которые предостерегают людей от того, чтобы они шли в Гаудимат, слушали Харикатху и прочее. Но такие люди, они очень, несомненно, попадут в ад, поскольку кроме Гаудиматха, если у нас какой-то отец, не придя в Гаудиматх, material bondage and go to Golok. Как можно достичь Голоки? You want to maintain a separate society. Кто-то какое-то общество отдельное хочет поддерживать. Foolish number one. Ну это глупо. Always political attitude, political game. Are you are in bhajan? Мы находимся где в баджане или в политике. И если в баджане вы хотите заниматься политикой, то что с вами дальше будет? Dirty politics you like to throw. You cannot admit that this harikatha can change you. Вы не можете признать, что эта харикатха изменит вашу жизнь, и предостерегайте других, чтобы они не слушали харикатху. Тогда сами говорить и покажите, что кто-то может избавиться от материального рабства, слушая ваши лекции. Что такое сиддханта, что такое нет, вы можете узнать, придя в Гаудиамат. Гаудиамат не значит, что это конструкция из кирпичей, песка и цемента. Глупые люди думают, что это Гаудиамат. Но из Гаудиамата, из Чайтанья Мантха, если мы заберем всю сиддханту, только эти кирпичи и цемент останется, но Чайтанья Матха – это не конструкция из песка и цемента. Чайтанья Матха – он трансцендентен. Чайтанья Матха – он трансцендентен. Будьте осторожны, пытайтесь утвердиться в сиддханте день и ночь. Борец за свободу своей страны, свою жизнь может один раз отдать, а я каждый день буквально даю свою жизнь вам, но все же, если я не смогу освободить вас от Майи, что толку находиться мне в этом материальном мире?
Вы должны кооперироваться со мной, чтобы выбраться от из влияния Майя. Если вы хотите находиться в Майе, то что делать? Что Шрила Прабхупада хотел построить храм где-то, но это не было против Шрила Бхактивинода Тхакура. Это не было против наставления Джагадатананды Пандита. Для обусловленных душ это запрещено. Вот был такой Тируппан Алвар, он занимался этим грабежом, чтобы построить храм Ранганатха. И вот вынужден был он разбойничать, чтобы построить храм, и вот у богатых людей он воровал имущество. Reaches away from seva. Tiruppan Alla used to, if you don't like to give, I can snatch money, I can kill you, but still I can do the seva. И вот этот Тируппан Алла ради служения Ранганатха просил деньги сначала у каких-то богатых людей, а если они не давали, то просто воровал. А этот Ранганатх, он дал ему наставление, чтобы он построил большой храм в его честь. И вот он ходил, просил, его все гнали. Но этот Тируппан и вот этот Алвар, он сказал, Господь мне дал такое служение, и что делать? И вот у него было несколько учеников и с особыми возможностями. Один мог по воде ходить, не тонув. Другой ученик, если а мог любые замки открывать, просто прикасаясь к ним. Другой, третий, точнее. Those people from whom you are going to take away money, then that disciple can make you statue. Не останавливать, а как? Ну, в общем, делать так, что люди пошевелиться не могли, те, которых грабят. When Indra wanted to kill that rishi, I forget Indra хотел убить Чаван риши. I can kill you. Why you allow Somras? Он начал возмущаться, почему этому Ашвини Кумару позволили эту амриту выпить, но этот риши сказал, что сделал. В общем, они поругались, и этот Индра ваджру кинул в Чаван риши, а тот произнес мантру, чтобы Индра онемел, и этот Индра не смог кинуть свое оружие в него, поскольку он окаменел буквально. И вот, в общем, эти люди приходили, возмущались, где наши деньги, зачем ты их украл, давай возвращай. А этот Тируппан Алвар сказал, что ваши деньги все под водой. Вон там лежат, в реке. Смотрите, там, да, там. Идите, возьмите лодку и ищите. И вот он послал своих учеников, чтобы он помог забрать их деньги. И вот они все, в общем, организовали лодку, поплыли за своими украденными деньгами посреди реки. Эти ученики, ученик, который мог ходить по воде, он сделал так, чтобы лодка перевернулась, и все, в общем, утонули они.
Этот человек засмеялся и перешел к Гурудеву. И Гурудев сказал, что вот ты хорошее служение для Ранганатха сделал. И вот смотрите, какое настроение Гуру Вайшнавов. Любой ценой они хотят служить Верховному Господу. И это было указание Ранганатха. С Сатья-юги это божество было там, Тирупаналар. Поскольку так или иначе Дживатма умирает, и Гуру Вайшнавы думают, что наша душа, она подобна цветку. Вы пришли ко мне слушать Харикатху, если я не успешен взять ваши души и предложить как цветы лотосным стопам Гуранги, то тогда я не потерпел неудачу, и вы не должны слушать мою Харикатху, вы просто теряете свое время. И таким образом мы должны быть очень осторожны относительно настроения гуру вайшнавов. Каждую часть секунды они заняты в гуру вайшнава Бхагаван Севе. Я могу подробно говорить об этом. Мой Господь, вот этим Шрила Гопишвардас Бабаджи Махарадж говорил Шриле Прабхупаде, что нужно занять себя в подлинном харибаджане, и несмотря на ни на что. И вот от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи я буду говорить об этой сиддханте, и тогда вы поймете, каковы действия, деяния Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Вы если думаете, что это какие-то шутки, но нет. Я могу также сказать, что люди какие-то хотели одурачить меня. Они не хотят совершать подлинный баджан. Они хотят предложить какой-то ложный почет, хотя мы не заинтересованы в этом. Ни гирлянды, ничего мне не нужно, не тратьте свое время. Сидите и слушайте Харикатху. И вот главная проблема, то, что мы, многие не хотят начать настоящий харибаджан. Они думают, что они разумны, а если они разумны, почему не начнут настоящий харибаджан? Почему думают о каком-то негативе? Нармада, есть такая река. И там один саду, он йоги какой-то был. Я слышал от кого-то. И вот это Нармада, с той стороны Нармады я был там. И вот там эти холмы с той стороны Нармады и в какой-то пещере саду совершал баджан. С какой стороны, правда, я не помню, слышал от одного саду, и вот тот совершал свой баджан. Днем не выходил, поскольку люди могли побеспокоить его, так или иначе, что-то, ну, какие-то фрукты и цветы собирал, совершал свой баджан, даже если я знаю. Даже с чистым воздухом можно витамины, минералы получать. И как для этого? Для Риши Муни было возможно совершать свой баджан во Вриндаване. Рибу Риши был саду, так его звали. Он совершал свой баджан тысячи лет. Радхарани и Кришна, они ходили когда по Камьяван, но о Прабху. Этот Риши совершает баджан, вы помогите ему. И вот после этого, по указанию Радхарани, поскольку Радхарани это наш гуру, очень милостиво. Иначе Кришна, он подобен сумасшедшему слону. Никто не может контролировать Кришну, только Радхарани.
Радхарани может поймать этого сумасшедшего слона и надеть цепи на него. Это называется любовью. Гуру Вайшнава они тоже делают нечто подобное. Они надевают цепь любви на нас, чтобы мы никогда не забыли их любви и заботы. И это особенность чистых Гуру Вайшнавов. И тот саду совершал баджан, и какой-то этот подросток хотел найти, где он живет любой ценой, и вот он пытался проникнуть как-то в его баджан-кутир, и вот 2-3 дня неделю сидел, молился перед пещерой, чтобы тот благословил его, и однажды саду понял и спросил, что ты хочешь, благословляю тебя, ты можешь, ты потеряешь все свое богатство, все материальные вещи и обретешь Господа. И тот сказал, такая милость не нужна мне, как не нужна. И этот начал, то есть он сначала так молился, плакал как-то медленно, а потом, когда тот благословил его, чтобы тот потерял все, что у него есть, начал в два раза быстрее плакать и сказал, что такого благословения мне не надо. А чего ж ты хочешь? Хочу работу, чтобы семью поддерживать. И вот люди приходят тоже иногда ко мне беспокоить. Я не позволяю им приходить. Я убегаю с тех мест. Я не Сидда Махатма, чтобы благословлять всех. И вот этот саду сказал, о, ты хочешь помирить? Такой милости ты хочешь от меня? Как я могу дать? Хотя я знаю, что этот материальный мир нестабилен, ты умрешь. И оставишь свое тело, я благословляю тебя, что это быстрее случилось, но тот сказал, что не надо такой милости. Также Горкишвардас Бабаджи Махараджа, много людей приходило, а Горкишвардас Бабаджи Махарадж хотел обмануть их, иногда куда-то уходил, иногда в туалет заходил. Приходили люди, а где Бабаджи Махарадж, его не было. Он знал, что они приходят беспокоить его, и таким образом мы не можем понять настоящее настроение Гуру Вайшнавов, их вся жизнь посвящена. Their whole life is dedicated for the actual service of Chaitanya. Подлинному служению Шри Чайтанья Вани, Шри Чайтанья Махапрабху. Подлинному служению они никогда не хотят обмануть вас. Вы можете поверить на 100%. Даже полубоги могут обмануть вас, отец, мать, бабушка, там все родственники, я знаю, не любят вас, но их любовь она имеет какой-то материальный запах, какой-то запах корысти там. И, но чистые Гуру Вайшнавы, они не думают об этом. Но все же мы думаем, что они наши враги. И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он говорит, что это неудача. Гуру и Вайшнавы, они хотят избавить нас от наших материальных оков. А обусловленные души думают, что Гуру Вайшнавы они наши враги. И в этом главная проблема обусловленной души, как мы можем спасти их. Хотя в киртанах говорится, если Гурудев будет думать, насколько мы достойны, какие наши качества и достоинства, то тогда мы посвящение от Гурудева и не получим. But that doesn't mean Gurudev can give diksha to anybody.
Но это не значит, что Гурудев может давать дикшу всем без какой-либо цели. Чистые Гуру Вайшнавы не хотят принимать учеников, они знают, никто не может хочет стать учеником, каждый хочет стать гуру. Никто не хочет стать учеником, все хотят следовать. А то есть не каждый может следовать наставлениям Гуру Вайшнавов полностью, а часто думают, что хотят одурачить Гурудева. Апракрита Сваруп Рупануга Сиддханта – это такое великое, что наши дешевые мысли не могут понять Майавад, этого, Майявада. Можно найти Шанкарачарью. Бандана, prayer in front of Vyasadeva. More and more. Шанкарачарья перед Вьясадевой, он больше всех возносил молитву Вьясадеву, чем все остальные. Если вы увидите, то можно увидеть, что Шанкарачарья возносит молитвы лотосным стопам Вьясадевы таким великим образом, но все это обман. Он не прославляет. Он хочет одурачить нас. Разве он прославляет лотосные стопы Вьясадева? И тогда как это возможно для него проповедовать Майяваду? Шри Чайтанья Махапрабху дал такое наставление о Майяваде, где я могу в следующий раз говорить. Махапрабху приводит такой аргумент, что Махапрабху говорит: «О, Махарадж, вы только прославляете Гурудева Вьясадева, но сейчас вы говорите, что Вьясадев обманутый, его сиддханта неправильный. Как это? Вы молитесь лотосным стопам Вьясадева и сейчас находите недостатки в нем, что Вьясадев глупый, не может понять никакой сиддханты. И это разве ваша Вьясапуджа? И если вы такую Вьясапуджу совершаете, то какое благо вы обретете в вашей жизни? Кто-то хочет вместо преданности какие-то эмоции выражает. Мы хотим видеть действия, не какую-то ложную философию. Мы хотим видеть действия. Преданность – это действие. Что вы хотите сделать для Гуру Вайшнавов и Бхагавана? Чем вы готовы пожертвовать ради Гуру Вайшнавов и Бхагавана? Сколько посвящения есть в вашей жизни, это главное, без которого весь наш баджан бесполезен, пуст. И никакая собственность не сможет спасти нас. Я никогда не хотел взять ни копейки от моего Гурудева. Я сидел в Ясасане, говорю об этом. Как? Я не знаю, это Гошала появилась и все остальное. Кто это сделал? Нитянанда, я не могу вспомнить, как я получил помощь, и все это организовалось. И до сегодняшнего дня я проверяю. Я вот во Вриндаван, я вспомнил, во Вриндаван я поехал с 20 рупиями в кармане. Я На Кришну Махарадж никогда не давил, а Кришна сам все послал, я не просил его. Если какие-то деньги у меня, то кто-то украсть может. Ну, в поезде вот опасно.
ездить. И вот Махарадж из Вриндавана, когда приехал, Йодхпур экспресс был, там было... Махарадж спал там, и тут вор какой-то мимо проходил, забрал сумки Махараджа. Там Бхагават, там были очки были. А деньги были в в Камандале, емкость для воды, в общем. Ну, вор украл, но толку от того, что он украл, нету. Денег ни копейки не было, просто очки, Бхагават там и там одежда какая-то. И вот три раза у Махараджа библиотеку воровали полностью, кто и как. Но сейчас все пришло, как, ну не все, часть какая-то пришла назад. Единственное, что я должен поддерживать, это моя искренность. У меня не должно быть никакого лицемерия внутри моего сердца. У меня есть связь с вами, верите вы или нет. Я не знаю, у меня есть глубокие отношения с вами. Пытайтесь обнаружить это, и вы обретете благо. Несомненно, если вы будьте искренне, пунктуальны, все вы должны поддерживать. Баджан не так просто. Ради баджана вы должны страдать, сделать что-то. Если вы просто хотите есть и спать, но будьте этими домохозяевами или в отреченном укладе жизни, то мы саду, и мы должны следовать всем строгим правилам и предписаниям. Мы всем должны следовать. А если слишком строгим правилам и предписаниям следуйте, то сумасшедшим можем стать. Поэтому силой брахмачарию нельзя поддерживать или саньясу. Это невозможно. Силой, если мы будем как-то насильно поддерживать брахмачарию или саньясу, то это против природы будет и ничего хорошего не получится. И природа, она отомстит нам в итоге. Но если это естественно, что вы получаете бхакти, преданность, то тогда проблем нет никаких. Но если это естественно происходит, если вы хорошо себя чувствуете в отреченном укладе жизни, в брахмачарье, то... Но так или иначе, вставать рано нужно. Махарадж говорит, что нельзя спать после восхода солнца. Лучше вставать за полтора часа до восхода. И у нас должна быть решимость, если вы пришли, оставили вашу страну, я вот беспокоюсь за вас. Вы пытаетесь совершать баджан, у меня есть симпатия к вам, но вы также должны что-то делать. Если вы делаете, вы получите результат, несомненно. И баджан значит страдания часто. Различные проблемы могут прийти в нашу жизнь. Кто-то хочет нас как-то оскорбить, убить или еще что-то. Ну, какое дело к нам, если наша цель, она стабильна? Моя цель – это лотосные стопы Анантадева. Значит, Голока, Вриндаван, я хочу обрести лотосные стопы Шрилы Прабхупады. Я не хочу общения с Гуранги Махапрабху. Я очень умен, поскольку если я получу общение с Шрилой Прабхупадой, то автоматически я получу это. Мне не нужно будет спросить дополнительно. И поэтому во всех шастрах в Бхагаватам описывается, что согласно нашей карме, мы должны получить общение с преданными. И вот где бы мы ни находились, мы должны
молиться в общении с преданными. И вот эту шлоку я в следующий день буду объяснять. И вот. О Господь, я молюсь Твоим лотосным стопам, чтобы я смог получить общение с Твоими чистыми преданными. Это моя просьба к Тебе. Ты должен сделать это. Я, чтобы я получил общение с чистыми гуру вайшнавами. И это наша молитва. Мы никогда не хотим оставить лотосные стопы Рупа Госвами Пада, поскольку это наша цель. Вишва вайшнава Раджа Сабха, какова Сиддханта, трансцендентные действия, через которые и через действия Шрилы Прабхупады мы можем понять всю Сиддханту Госвами Пада Бхактивинода Такура, Прабхупады, и там они главные участники. Шрила Прабхупад, он главный Раджпатра Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, и мы очень удачливы, что у нас есть такая возможность, но мы также глупы, что мы не можем принять все преимущество этого. Мы получали такую великую возможность, но не можем воспользоваться ею. Иначе что же можем, что мы сможем сделать? Пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам. Банча калпатурусики басинда бхавиша, патитанам павана бхавишна бхё намо.